Здравствуйте, представляем котел варочный на 250 с выносным пультом. Крышка, значит, у нас открывается. Это краники уровня. Краник нижний, самый нижний слив. Это, значит, уровень в парогенераторе. И, значит, пульт управления. Включаем сетевую кнопку, сеть. Идет нагрев. Когда максимально сейчас, значит, греет котел 30 кВт, сейчас, значит, греет 30 кВт. Потом переключится на минимальный режим, когда один тен поддержки. Терморегулятор контролирует температуру продукта. Если не будет воды загорится красная лампочка авария. Это кран слива ДУ-40. Значит, у нас тут стоит реле давления, аварийный клапан и расширительная воронка из заливочной воронки. Сейчас заливаем воду, пока отсюда не пойдет вода со среднего краника. И держим открытым, пока сюда не пойдет устойчивая струя пара. Все, котел готов к работе.